А что, если мы маленькие гиганты? Сегодня наш рост 160-180 сантиметров называют средним ростом. На нише нормальных природных размеров человека от 2 метров 35 сантиметров и выше. Изменение роста происходит за счет гормона соматотропина, который вызывает активное деление клеток в организме. На гормон роста влияет образ жизни, рацион и качество питания, режим и качество сна, генетика, стресс, климат, интенсивность солнечного излучения, состав воздуха, пространство вокруг, жилье и место труда. Все вышеперечисленное и даже больше влияет на рост в прямом смысле слова. Сохранившиеся дворцы и особняки с потолками 7-8 метров от наших предков, например, для нас мера качественной жизни. Гиганты и великаны – не чужая цивилизация. Это часть нас. Расти всю жизнь духовно и физически – это природная норма. И жить более 100 лет – это тоже природная норма. Чело века, то есть целая вечность. Не норма это думать, что к 80 годам жизнь заканчивается. И доживать с болячками и кривым позвоночником в маленьком пространстве – это норма. А вот что по этому поводу думаете вы? Сейчас я вам хочу показать подборку с прогулок по Петербургу.